Всем привет, Кент на проводе, и сегодня я буду играть в очень жизненную игрушку под названием «Симулятор застревания в лифте». Просто я сегодня очень долго думал, что же мне снять на моем новом ПК. Думаю, что же снять, а потом я вспомнил одну историю из моей жизни. Сегодня, ребята, с утра у меня был зачет, я встал пораньше, как обычно, ну где-то в 7:30 встал, оделся, покушал, потом взял все необходимые вещи, подошел к лифту, вызвал лифт, сел в лифт, еду, и оба-на, я застрял, вот это зашквар, да? Прикиньте, застрял. Хорошо, что у меня хорошие соседи, и они мне помогли выбраться. Все, ребята, мы продолжаем. Ну и поэтому я снимаю симулятор застревания в лифте. Nitroman Video. Окей. Игрушка очень-очень старая, наверное, даже старше меня. Ей лет 700 уже. Новая игра. Ну давайте, New Game. 6:59. Ну прям я сегодня с утра. Вылитый я. 7:00. Все, порядок. Ого. Кажись, кто-то поздно лег. Ух ты, ничего себе, вот это обои. Даже у меня похожие обои. Ой-ой-ой. О, самолетик, видать, парень фанат War Thunder. Давайте нажмем на стрелочку. Ого. Ну что-то кто-то плитку криво положил, посмотрите, видите, тут справа. Ну ладно. И что мне тут делать? Что, унитаз чистить или что? Унитаз забился, ну я, в принципе, могу. А, не, всего лишь-то зубы, да? Зубы почистить, умыться. Ну хорошо, я не против, тем более зубы чистить полезно. По крайней мере, так говорят врачи. Ну а там его никто не знает. Да все, харе уже. Даже я так долго не чищу. Пора выходить отсюда. Все, погнали из квартиры. Так, я не помог. А что дверь-то закрыта? Ух ты, смотрите, какое ведро справа. Ну, я обычно в селе, когда я был в селе, вот именно в такое ведро даю молоко с-под коров. Ну, ладно, это плохие воспоминания. Все, выключили свет. И теперь мы можем уходить. Опять эта черная дыра. Как будто меня какой-то эндермен взял в плен. Все, я вызываю лифт и поехали. О, гаечный ключ. Я примерно такой же гаечный ключ потерял. Это очень похож на мой. Блин, а может лучше пешком, а не в лифте? Что-то стрёмно. Тем более я знаю, что я в нем застряну. Но опять это чернота. Давайте свет включайте. Ну погнали, давайте, первый этаж или что нам там надо? Лифт скрипит. Что это было? Вот именно, что это было? Я не понял, давайте по-хорошему. Лифт шатается. Ну нафиг такие лифты. Не, ну хотя у меня, наверное, лифт еще похуже этого. Кстати, смотрите, 13-го этажа нет, видите? Что за чертовщина? О, прям как мой велосипед скрипит. Ну что за херня? Не, ну а серьезно, а что это с лифтом? Я спешу как-нибудь. Ага. Да чё, ага. О, всё, поехали, порядок. Я, ребята, как-никак разбираюсь в лифтах, поэтому... Помогите! Чёрт, да что же это со мной? Всё. Все, сессию не сдал, но это реально все, это военкомат, продакшн. О, соседи, я тут, спасите. Соседи? Я что-то слышал, помогите кто-нибудь, на помощь! Не, ну а может глухие соседи, мало ли. Или просто на мороз упали.
Так, все, давайте спускаемся. Почему так долго-то? Свет включите. Это социальный эксперимент, надеюсь. Ребят, это пранк? Это пранк или что? Че происходит-то? Гопники напали! Гопники! Пацаны, я свой! Не убивай меня. Я тоже гопник раньше был, раньше был гопник. Не бейте! Да за что? Ой! Я думал, мы друзья! Скорую! Мне рано! Умирать! Что такое? Че у тебя за рана-то? Блин, избили нашего студента. Ну все, опоздаю сегодня в универ. Блин! О, я вижу свет. Что это было? О, смотрите, это что, гуашь или что? Кто-то гуашь пролил. Надо подобрать как-никак. Смотреть, гуашь? Это бита или что? Черт! Да что же это со мной? Кто-нибудь, помогите же! Больше никогда не буду ездить в лифтах. Все, ребят, пора подниматься и уходить отсюда. Ух ты, ничего, чуть-чуть за секретная кнопка. А, ну понятно, почему остальные кнопки не работали, потому что тут всего лишь была одна кнопка. Ну давайте нажмем на нее, что же произойдет? О, что было? Вот это уже серьезно? Что это было? Что-то мне на ногу упало. О, Эндермен! Или как его? Слендермен. Здорово, братан. Чё да как? Ты кто такой? Куда он убежал? Ну и куда он делся? Покажись, сволочь! А ну покажись, я тебя сфоткаю, в Инстаграм выложу. Чё это за подвал-то? Возможно, тут я найду мое богатство, поэтому надо спуститься, мало ли повезет. Что это было? Что это за чертовщина? Да это гопники, походу. Ой, меня вырубили. Надеюсь, что это сон. Как же хорошо, что все это мне приснилось. Доброе утро, да, доброе утро. Все, мы прошли игру. Ребята, большое спасибо вам всем за просмотр данного видеоролика. Если он вам понравился, пожалуйста, поставьте лайк, потому что если вы поставите много лайков, то я буду продолжать снимать такие же игры. Так что, ребята, жду от вас активности, жду от вас комментариев. С вами был ваш Кент. Всем удачи, всем пока.